Так, вот здесь у нас сразу при входе баня. Ну, такая она была самодельная. О, какой жук здоровый. Это ему помочит. Чик. Ага, вот теперь можно бежать. Значит, вот эта баня. Ну, метр на два где-то. Я ее обшил осиновой вагонкой. Там печка, бак. Вот зимой паримся и летом. Ну, здесь душ как бы. Так, ну это гараж. Вот сейчас он по другому назначению используется. Машины нет. Вот. Переходим в дом. Значит, тут прихожая. Так, ну вот основной дом. Значит, ну дом 7 на 4, две комнаты. Значит, это вот 20 метров. Потолки тут, ну, 2,20, допустим. Вот, значит, здесь у нас вот печка. Основное сооружение в доме. Ну, печка типа голландка. Вот здесь вот конфорки прикрыты, на ней готовим. Вот, вот с 96-го года, сколько вот ей. Нет, она, наверное, с 2000-го где-то. 20 лет. Ну, я ее чищу, вот здесь я выбиваю кирпичи. Вот, надо, кстати, вот чистить. Надо ее побелить будет. Там есть где-то фотография, где печка в побеленном состоянии. Вот такая комната. 20 метров. Здесь вот подвал под лестницей, дверь. И лестница на второй этаж. Сейчас мы туда сходим. Вот сейчас покажем, а здесь что у нас. Здесь маленькая комната. Здесь вот кошики живут. Да, Русик? Кошики. Вот. Ну, она 12 метров. Здесь я менял полы. Положил с утеплением. Но вот по периметру надо что-то делать, потому что щель осталась между стеной. Надо ее закладывать. Вообще, по-хорошему, здесь надо делать общие полы, снимать. Ну, то есть, жить можно, но недолго. Потому что вот здесь полы тоже я заглядывал. Там они немножко подгнившие. Вот, сейчас поднимаемся на второй этаж. Ну вот, мы, собственно, и купили ради второго этажа. Тут хорошо. Вот такая студия. Очень уютно. Зимой тут тепло. Дом каркасный, тепло идет по стенам. И в итоге здесь теплое очень помещение. Значит, здесь вот темная комната. Там, ну, вещи под откосом крыши. Да, крыша двойная металлическая. И на гараже тоже двойная. Вот говорят, плохо там гниет, ржавеет. Но она оцинковка. То есть она не так сильная, вообще нет. Вот вид из окна на лес. Вот вид из второго окна. Вот такой на огород. Там второй дом, но он как баня. Я его называю новый дом. Сейчас мы туда с вами сходим. Ну, вот здесь проходит труба, она зимой теплая. Полы я везде красил, полы такие солидные. Да, сам дом четырех, по сути, уровневый. Здесь вот лестница на шкаф, и в нем лестница на чердак. Там стекловато, ну ничего интересного. То есть подвал, два этажа и чердак четырехуровневый коттедж. Туалет у нас во дворе. Вот. Два септика. Значит, я сейчас громко в огороде говорить не буду, чтобы соседей не будить, не пугать.
Я просто сниму, покажу, а потом в новом доме уже там что-то вспомню, расскажу. Ну, наш дом каркасный, обложен кирпичом 4 на 7. Вот старый, как бы он, дом называется. Вот два септика из бани, слив. Там септик 2 на 2, бетонный, сейчас я покажу. И вот здесь вот из мойки идет труба. И в огороде вон там люк, там два кольца закопаны. То есть зимой идет слив из дома. Не проблема. Блин, ну вот чем больше рассказываешь, тем более жалко. Как бы вспоминаешь, думаешь, елки-палки, у меня и это, и это, и это. Ну вот. Так, переходим дальше. Терраса. Вот здесь газовая. Пахнет Иван чаем. Я тут заготавливал. Значит, вот такой вот. Ну, она как баня строилась. Вот. А вообще это очень теплый дом. То есть тут полы с двойным слоем и стены, и потолок двойной слой стекловатый. То есть где-то 10 тире, там сколько, 15. Вот, я тут зимой, значит, топлю вот такую печку. Печь-камин. Вот. Вот надо ее почистить. И она дает, она вообще в полтора раза мощнее, чем требуется для такого дома. То есть она тут создает тепло, как в квартире. Даже некомфортно. Некомфортно. Вон там старый дом. Вот здесь новая вся мебель. Ну, мебель, чего мебель и мебель. Вот здесь потолки 3 с чем-то, как в квартире мы сделали. Вот тут по идее можно вырезать мойку. У меня там закопана бочка. Сделать слив тоже наружу. Но не хочется делать лишних дырок, чтобы зимой тут не сифонило. Вот второй этаж. Второй этаж у меня не законченный. Вот. То есть вот такой вот он. Ну тут можно обить все это. Сделать полноценную мансарду. Вот здесь проходит труба. Вот такой вид. Тоже на яблони налез. Вот. Ну что, значит, будут какие-то вопросы, пишите. Яблоневый сад, значит, 5 яблонь взрослых. Ну вот там белый налив. А я посадил Антоновку. Очень много она дает. Вот они там, две яблони. Антоновка и Мельба. Хорошие две девчонки. Я их посадил. Сколько лет назад-то, лет 10, что ли. Вот, так что пока все. Вот такой небольшой обзор. Ну, что-то, может, забыл. Ну, так, в общем и целом. Вот, все, всем пока.